донесет отель, Преске Амуай сон тус виве гратуитмо, сенуки окюпе буку шос, поршеше алягар, окюпе пти дежене, occupait aussi les habits, tous ces souliers pour les enfants, parce que beaucoup qui est venu encore bottes vestivaires, et quand même en Suisse, c'est beaucoup plus chaud. Et on continue jusqu'à aujourd'hui. Physiquement, ils ne sont pas bien jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu comme beaucoup de mal au ventre, beaucoup de pression, ils ont beaucoup de mal à la tête, ils ne sont pas bien. Les femmes, ils ne peuvent pas bien occuper ses propres enfants parce que les femmes, elles pleurent tout le temps. Elles pleurent, beaucoup de maris qui sont là-bas, beaucoup de familles, et ça, c'est très triste. Але це душевна боль. Душевная большая боль, когда смотришь на женщин, которые плачут, и дети испуганные, которые не могут привыкнуть. Они шугаются самолетов все равно. Они боятся шорохов. Да, в спокойной стране, тихо, спокойно, наслаждаться можно природой. Но нельзя, поверьте, тяжело очень и больно на душе. Наслаждаться, когда там идет война, погибают дети. Везде, вот по всей Украине произошел взрыв в 5 утра, и в Краматорске тоже. Вот мы лежали, спали уже. И был мощный взрыв, от которого мы все проснулись. Поезда ход очень много было людей, что ну, у нас в купе, например, 8 человек, и потом к нам еще добавили 2 женщин и еще 4 ребенка. То есть это одно купе, которое рассчитано на 4 человек. Мы пока, ну, когда добирались, нам пришлось даже освободить место для детей. И мы в коридоре просто вот на сумках всю ночь спали, сидели. Ну, на самом деле тяжело ответить на этот вопрос, поскольку даже сидя в Краматорске, мы не ожидали, что вот так вот там за пару дней сложится наша жизнь. И сейчас тоже мы приехали, и все еще в таком состоянии подвешенном, не знаю, тяжело сказать на будущее что-то. Ну, конечно же, хотелось бы получить здесь статус и начать работать, пытаться здесь что-то себе построить и оставаться здесь.